Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, и мы находимся на рейде базы Snake. О, ништяк, уже хороший лут. В общем, я посмотрел уже эту базу на ютубе, здесь есть прикольный лут. Ну, интересный лут, но для этого понадобятся 3 свишки. И я вам покажу, куда взрывать. Может, вы уже видели другого ютубера, куда взрывать. Ну, тем не менее, записать стоит. Так, здесь мы ломаем. Здесь мы взрываем. Убиваем сразу зомбарей, чтобы они не мешались. Так, давай, противники, умираем. Пока жердя не пришли, надо вас по-быренькому убить. Давай. А, отлично, шикарно. Молодец, за что уже жердя бьешь. Мол, красавчик какой, а. Ладно. Видимо, уровень на тебя как-то влияет, да? Так, идем, ломаем вот здесь. Ломаем вот здесь. Вот в этом ящике находится краска. Но нам придется его сломать. Тут как бы неизбежно это дело. А пока убьем зомбарей. Потом сразу взорвем еще одну стеночку. Давай. Ну давай, катанка, мачетка заканчивается. Я пострелять хочу чуть-чуть. Отлично. Пока, братаны. Еще быстро отлетите. Так, тюрелька, значит, там. Ну, окей, здесь у нас краска, как я уже говорил. 4 белые краски. Хотя, бля, нахера. Не надо мне это делать. Так, и последняя фишка взрывается вот здесь. Я надеюсь, что лут не изменился, и мне попадется что-то интересное. Так, тут сундук же есть, да, вроде бы. Так, тут есть бронечка. Раз, два. Какая-то она странная, хочу вам сказать. Это бронечка. Есть кожа. Кожу можно забрать. 20 карт бункера Зулу. Нахера беру, я не знаю, честно слово. Сломаем еще вот это добро. Так, вас мы убиваем по-быренькому. Но главное не всех. Надо забрать что-то интересное. Во, отец нашел. Тихо. Мы надо мне сначала это все в чомпер спрятать, а потом уже будем с вами разбираться. Так, одного надо точно оставить. Так, глоб закончился. Как-то я неправильно пришел сюда. Вот еще есть один с глушителем, класс. Так, ты готов? О, блин, чуть не убил. Так, подожди секунду. Подожди, пожалуйста. Блядь, я не могу понять, что я делаю. Туплю, что делаю. Так, это. Я, бля, успею. А, в смысле, ни о чем больше ничего нет, положишь, что ли? Вроде бы бинты там. Давайте вот так сделаем. Ну, давай, добивай меня, братюнь. Здесь пикапик, ничего. Теперь один удар можно сделать. А, отлично. Итак, ребятки, я вернулся, все сложил, как обычно, в свой сторожевый ящик. После рейда придем, и я вам покажу, что мы стырили в итоге. Да, потратили очень много. 3 сишки, согласен, вообще не вариант, как бы. Но я хотел показать вам что-то как, если вам вдруг попадется эта база. Блин, можно как-то... Ладно, я не буду никак разворачиваться. Я понял. Вот так. Поедем, посмотрим вокруг базы, что да как тут есть интересного. Что ты так тихо разгоняешь, а? Я что-то не понял. Это его скорость нынче стала, или я что-то не одупляю? Что это за херня? Или он так разгоняется? И у меня игра глючит, но что-то как-то не так. Раньше скорость была нормальная. Или они это убрали с обновлением, и я только сейчас заметил. Бля, я надеюсь, что у меня просто глючит игра. Ай, кефир. Если это твои там дела. Ладно, окей. Посмотрим, что мы тут получим с этого лута хотя бы. С этой базы.
Так, тут целенькая броня есть. Тут есть еще миниган. Можно вот это открыть. Катанка, глок. Больше вроде ничего интересного. Здесь у нас есть вроде как броня, надкод набитая, но тем не менее она есть. Так, давайте посмотрим, что мы заберем. Это вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Это тоже, в принципе, можно забрать. Выглядит. Не, нормально, все хорошо. Так, это мы тоже заберем. Пусть надбитое, мы это заберем. Заберем, пойдем. Пойдем посмотрим. Положим это все в чемпер. И. Я хотел бы, наверное, закрыться здесь, как я сделал в прошлом ролике. Сейчас посмотрим, если это все выйдет нормально, получится или нет. Если никто ко мне не пристанет. Так, это сюда, это сюда, это сюда. А, мне нужны аптечки, мне нужны аптечки, точно. Если громила вдруг телепортнется, мне пиздец. Так, забираем кожу отсюда. Лишний точно не будет. Самопал забираем. Ну что, мы заберу, я с ними раз уже. Забрал надходценное дело. Заберу эту надходценное. Ну и бинты здесь. А, тут аптечек нету, да? Я их дома оставил. Ну, тем не менее, ладно. Ничего страшного. Заберем вот это все пока что. Тут еще один сундук, где дело в том, что есть. И. Раз. Два. Не, подождите. Давайте вот сюда зайдем. Посмотрим, хотя бы глянем, что тут внутри есть. Классно. Мне понравилось. Глянули, прям в души посмотрели. Ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте открываем последний ящик и съебываем отсюда. Больше у меня ничего, никаких идей нету. А, тут тоже аптечки, в принципе. Здорово. Пока. Так, сваливаем, едем на базу. Я вам покажу, что у нас получилось спереть. Итак, ребятки, вот я все разложил. В общем, с этого рейда мы получили 7 глоков, 1 самопал, 1 миниган, катана, модифицированная М16, дробовик, 140 бинтов, полный сет брони, ну, такой полуспецвойск, полувоенный. Потом еще чуть-чуть... Две пары штанов, шлем, потом тактическая кепка, военные ботинки, 80 кожи, 20 железных пластин и 20 карт доступа Зулу. Ну, как бы оно не стоит 3 сишек, согласен, полностью согласен, я бы их не стал, наверное, тратить, но я вам хотел показать, что вы можете найти, если у кого-то там до хрена сишек в подвале находится, валяется. Ну, на этом все, ребят. Если вам понравился этот рейд, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока. До скорых встреч.